135-й час Elder Scrolls 3 Morrowind. Так, пришло время возвращаться. Во-первых, мне нужно... Так, дейдрийский боевой волт я, наверное, себе оставлю. Мне сейчас нужно в Балмору вернуться. Дейдрийский боевой молот я выложу. Рупалу. Видите, они меня догнали. Нет! Нет! А я-то улетел. Не буду с ними связываться пока. Эй! Это большая честь. Дейдрическое оружие, оно самое лучшее. Я еще решил собрать коллекцию дейдрического оружия. Вот. По-моему, боевого молота в моей коллекции не было. Добро пожаловать, друг. Так, надо немножко отдохнуть. Сегодня твой день. О чем мы будем говорить? Это большая честь. Добро пожаловать. Так, в дом поместья Хлалу. Блин, я чё, в Балморе уже ориентируется? Разучился, получается. Вам эта земля. Так, дейдрический боевой молот выкладываем. Что еще хотел выложить? Давайте серебряные звезды, серебряные стрелы. Будем использовать самое дешевое оружие. Все самое вкусное оставим на потом. Так, еще мне надо выложить кольцо определения зачарованного. А, это мне для квеста дали. Так, изящное кольцо пускай выложится. Так, ну и ингредиенты надо выгрузить. Так, эта бочка уже все переполнилась. Там какая-то книжка, человек с топором. Теоретически, если эта книжка вдруг окажется квестовой, то давайте ее выложим. И, кстати, я записывал книгу «Человек с топором», да. «Человек с топором» выложил. То есть, в принципе, все. Пусть наше знакомство будет плодотворным. Так, теперь мне нужно... Вальдрун сдавать квест Перциусу Мерциусу вот с доставкой Флина. Добро пожаловать. А тебе уже... Он же Вальдруне, по-моему, да, этот Перциус Мерциус? Добро пожаловать. Сейчас, секунду, я посмотрю. Мне совсем не составит труда поговорить с тобой. Где Перциус Мерциус? Блин, долго искать. Да Вальдруне он больше нигде. Должна сказать, в данный момент... Не хотите немного потратить? Да, он здесь. Вот он. Привет. Приятно познакомиться. Ты доставил тот Флинн в шахту Элитпал? Очень важно доставить его как можно скорее, Страж. Отличная работа, Forestization. Груз с Флином может быть очень тяжелым. Я лично предпочитаю бренди. Не хотите, кстати, смочить горло после долгого путешествия? Нет. Что ж, в любое время, Forestization, вот 500 септимов за доставку.
Перцус Мерцус поблагодарил меня за доставку Флина. Так, повышение. Я больше не могу дать вам повышение. Для дальнейшего повышения вам надо поговорить с самим с Жоринком Жестокосердным в Вивике. Так, приказы есть? Единственный способ спасти гильдию бойцов от порочности Камона Тонг — это избавиться от Жоринга Жестокосердного и лояльных ему людей. Если убить его главных сподвижников, Айдис Огненный Глаз и Лорбумола Гро Аглака, то я рискну своей жизнью и поддержу тебя в качестве нового гильдмастера. Айдис Огненный Глаз. Вы найдете ее в гильдии бойцов в Балморе. Убейте ее, а потом возвращайтесь ко мне. Перцус Мерцус попросил меня убить одну из поддерживающих с Жоринка Жестокосердного, Айдис Огненный Глаз, главу гильдии бойцов Балморы. Ха, нихрена себе. Лорбумол Гро Аглак. Лорбумол находится в гильдии бойцов Вивики. Убейте его и доложите об этом мне. Перцус Мерцус попросил меня убить главного сторонника с Жоринга Жестокосердного, Лорбумола Гро Аглака. Искать его надо в гильдии бойцов Вивики. Странно. Приходилось и мне быть мастером. Сейчас это место занимает Жоринг Жестокосердный. Он ведет гильдию бойцов в сомнительном направлении. У него слишком много сторонников среди высших чинов. А я отсюда немного могу сделать, чтобы гильдия бойцов оставалась честной. Вы можете доверять мне и Хрунди в Садритморе. Он тоже пока что не в кармане у Жоринга. Слушайте, ну что, придется убить Айдис Огненный Глаз тогда, да? Видимо. Погнали в Балмору попробуем. С радостью поговорю с вами. Добро пожаловать. Какая у меня замечательная... О, привет. Очень. Так, ну что, попробуем. Я не знаю, по идее, это же будет преступлением называться, считаться, разве нет? Чего? Она на меня сама напала? Вижу, тебе удалось получить чин страж в Аристеризейшн. Малова говорит, что ты теперь цепной пес Мерциуса. И он послал тебя убить меня. Боюсь, я не могу этого допустить. Ты навсегда останешься для меня лишь разочарованием. Сдавайся! Ты уже почти труп! Так она сама на меня напала, видите? Ну, значит... Значит, я ее могу с чистой совестью вырубить. Раз она сама напала. Давайте я призову демонический длинный лук. Тупица! Дурачок. Кодовая книга Сатильд. Может, это какой-то квестовый предмет тоже. Но теперь он уже не нужен. Хотя... Не, давайте заберу. И тоже отнесу ее. Это... Вдруг это какой-то квестовый предмет. Так, кодовая книга Сатильд. Поскольку она на меня напала сама, то, соответственно, ко мне претензии всятки гладкие, так сказать. У меня навык кузнец прокачался. Добро пожаловать, друг. Видите, никто против меня сегодня ничего не имеет. Сегодня твой день. Здесь, кстати, новые стрелы появились, о я смотрю. О чем мы будем говорить? Так, давайте я книгу отнесу в поместье, на всякий случай. Вдруг она пригодится, хотя я сомневаюсь. Потому что наверняка этот квест надо было выполнять, когда она была жива. Ой, блин. Здесь-то мне что делать?
Так, и второго мне осталось убить Рады Твердосердечного Вивики, правильно? Добро пожаловать, мне кажется, я вас знаю. Правильно, значит, отправляемся в Вивик. Кстати, надо вычеркнуть квест с... Так, подождите... А, я этот квест не записывал, который мы сейчас выполнили. С доставкой Флинн я его даже к себе на бумагу не писал. Вы льстите мне. Так, отправляемся в Вивик, в гильдию магов, убивать сподвижника Рады Твердосердечного. Должна сказать, в данный момент... Я с радостью поговорю с вами. Мне очень приятно. Вы отличный собеседник. Вы отличные подходили. Добро пожаловать, друг. Не должно быть изъяна. Так, где тут этот чувак, которого надо грохнуть? С понятливостью у тебя все в порядке. Добро пожаловать. Вот он, наверное. Сдавайся! Вижу, тебе удалось получить чин страж Форестеризейшн. До меня дошли слухи, что тебя послали, чтобы убить меня, но я единственный, кто станет гильдмастером. Я не позволю тебе занять мое место в этой гильдии. Сдавайся! Я пообедаю твоими косточками. Сдавайся! Вот и все. Ух ты, сколько тут у него всяких стрелковых орудий. Звездочки, дротики, метательные ножи. На любой вкус. Очуметь, сколько тут всего. Стальные дротики. Так, болты, не знаю, я вот... Так, стальные стрелы давайте тоже заберу. Молот грандмастера кузнеца, офигеть. Молотки. Забираем все. Ну и все получается, этот квест можно сдавать. У меня такое чувство, что... Этот квест можно сдавать чуваку в Альдруне. Что я сделал, чтобы заслужить такую? Так, телепортимся обратно в Альдрун и сдаем этот квест. И я, получается, стану уже грандмастером. То есть я в гильдии бойцов получу самый высший ранг, как я понимаю. Не хотите немного потратить? С удовольствием. Прошу вас, продолжайте. Мы уже обсудили проблемы Айдис Огненный Глаз, равно как и Ларбумола Гроаглака. Как у тебя обстоят дела с этим? Ларбумол Гроаглак. Теперь, когда Айдис Огненный Глаз и Ларбумол Гроаглак мертвы, вы должны сразиться с Жорингом Жестокосердным. Перциус поблагодарил меня за убийство сторонников с Жоринга Жестокосердного. Жоринг Жестокосердный, как я понимаю, тоже в Вивике находится, что ли? Остался всего один шаг, и мы очистим гильдию бойцов от коррупции. Вы должны убить гильдмастера с Жоринга Жестокозерного. Возьмите этот ключ, Форестеризейшн. Он поможет вам пробраться в личные покои. В сундуках найдете два доспеха. Когда-то очень давно они были моими. Они могут помочь вам в битве с Жорингом Жестокосердным. Несмотря на все свои прегрешения, он все равно один из лучших воинов в Андерфелле. Так что будьте осторожны. Скорее всего, он сейчас находится в гильдии бойцов Вивике.
Вивика, и он ждет вас. Два доспеха. Так, Фертус Мертус сказал, что для того, чтобы избавить гильдию бойцов от коррупции, мне надо убить продажного гильдмастера с Жоринг Жестокосердного. Комплекты доспехов. Орские доспехи подарил имперский легионер, останавливавшийся здесь несколько лет назад. Его несправедливо обвинили в убийстве, и мне удалось выяснить истину и оправдать его. Стеклянные доспехи – это еще один подарок от Атина Сарети из дома Ридоран. Он приказал сделать для меня эти доспехи после того, как благодаря мне гильдия бойцов пришла на помощь во время последнего прорыва моровых тварей, чуть не уничтоживших Морган. То есть это здесь, что ли? Короче, ладно, я не знаю, какие доспехи, но вряд ли там что-то стоящее. Потому что стеклянные доспехи, они хуже. Уж орские доспехи, они тоже хуже, чем эбонитовые и деидрические, которые на мне надеты. Поэтому даже не буду заморачиваться. Поделись своими мыслями. Идем убивать Рада Твердосердечного. Добро пожаловать, Даннер. Давайте забудем. Вы отличный собеседник. Блин. Надо было, наверное, выгрузить в Балморе вещи сперва, ну ладно. Теперь. Какая у меня замечательная... Я немножко перегружен опять. Так. Добрый день. И каждый день. Так в чем дело? Ну, Рад Твердосердечный, держись. Если я могу что-нибудь сделать, я в вашем распоряжении. Вон он стоит. Похоже, мы в одной компании. Что я могу сделать для тебя? Чего? Подождите. Я же его убил. Мне надо убить продажного гильдмастера Жоринга Жестокосердного. Я думал, он на меня накинется. Но он на меня не кидается. В то же время он предлагает мне убить гильдии воров всех чуваков. Хм. Вы хотите получить распоряжение? Так, я наблюдал за твоим продвижением в гильдии бойцов. Когда-нибудь ты станешь хорошим гильдмастером, но чтобы покончить со всеми беспокойствами в городе Керадию, нам понадобятся союзники, чтобы быть уверенными в том, что гильдия бойцов на твоей стороне. Мне нужно, чтобы ты убил боссов гильдии воров. Как я и сказал тебе, в Садритмор тебе надо убить Хелент в трактире Грязного Мюрреля. Можешь также убить остальных воров, которые там окажутся. В Балморе гильдия воров обретается в таверне Южная Стена. Убей Хабаси. Потом отправляйся в таверну под названием Крыса в котелке, которая находится в Альдруне. И убей Аенгота. Когда все главы гильдии воров будут мертвы, приходи ко мне. Вот тебе немного золота, чтобы договориться со стражей. 5000 золота в вашем рюкзаке. Жоринг Жестокосердный велел мне убить лидеров гильдии воров. Мне следует убить Хабаси в Южной Стене и Балморе. А Энгота в Крысе в Котелке и Альдруни и Хелент у Грязного Мюрреля в Садритмора. Блин, я даже не знаю, по идее я вообще-то тебя должен грохнуть, чувак. Если я сейчас на него нападу, в принципе никто, наверное, об этом не узнает. Грохнуть его или я даже не знаю. Если у меня есть квесты от гильдии воров, то мне еще рано воров убивать. Эбонитовый посох Филен. Большая Хелен сказала... Нет, подождите. Убивать эту рано. Большую Хелен рано, потому что у нее у меня квест есть. А остальных, в принципе, воров можно грохнуть, по идее. Там будет против стража. Устранить глав гильдии воров. Слушайте, ну мне придется, да, тогда все-таки ворами заняться, потому что из гильдии воров мне квест только Хелент осталось должна. То есть этого я тогда чувака пока валить не буду. Все хотят друг друга поубивать.
Приветствую вас. Вот это страсть тут у них. Что это было? Так, ладно. Вивики, у меня есть еще одно дело. Воры пока подождут, раз уж я Вивики. У меня есть квест от гильдии магов. Значит, который мне дала Эдвина Вальдруни. Давайте я прочитаю его суть. Гильдия магов. Архимаг. Эдвина Эльберт попросила меня поговорить с архимагом Требониусом. Короче, с архимагом Требониусом давайте поговорим. Так, это кузнец. А где Требониус? Требониус. Не знаю, с чего начать. Такая честь встретить вас. Вот он. Ты здесь, чтобы оспорить мое положение в гильдии? Ты думаешь, что у тебя есть способности стать архимагом? Я знаю о вашей жажде власти и престиже, которыми обладаю только я, как гильдмастер Вандерфелли. Если вы действительно думаете, что достойны занять мое место, мы встретимся в арене на смертельном поединке. Я встречусь с вами на арене. Хорошо, встретимся с вами в арене, здесь Вивики. Мы решим этот вопрос раз и навсегда. Архимаг Требониус вызвал меня на поединок на арене Вивики. Дуэль до смерти. Кто победит, тот станет гильдмастером гильдии магов в Вандерфелле. Погнали. Встречаемся на арене. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться, чувак. Так, арена. Блин, где тут я, как в яму-то попасть? Не понимаю. Умри, сволочь! Умри, сволочь, сходу на меня. Смотрим, с чего ты стоишь. Кстати, почему-то я по нему не попадаю. Почему, не понимаю. Я, кстати, не сохранился, но посмотрим, я, конечно... Посмотрим, из чего тебя сделали. Слушайте, ну я вообще по нему не попадаю. Что у него с характеристиками-то? Так, давайте демонический длинный лук попробуем призвать. Что-то я вообще не понял. Это бессмысленно, сдавайся! Ну, вообще невозможно попасть. А тут зато мечом с двух ударов. Посох Требониуса. 10 тысяч цена, кстати. Можно забрать для продажи. Амулет некроманта. Постоянный эффект. Аэдра и Доэдра Тореррера. Какая-то редкая книга. Целительное зелье Требони. Излечить обычную болезнь. Так, ну что? Я его грохнул. Соответственно, этот квест я могу сдавать Вальдруни теперь. Значит, телепортимся в Вальдрун. Проще, наверное, опять через Кальдеру все это сделать. Так, давайте я вот этот посох все-таки продам.
посох Требониуса. Вряд ли это какой-то квестовый предмет. Блин, что такое? Туплю немножко. Игра, зараза такая, опять вылетела. Так, снова пытаюсь я ему продать этот посох. А, она вылетела после того, как я уже успел его продать, значит. Избавляемся сюда от клинков. Нет перчаток. Пояс смягчающего бальзама Балины какой-то. Я не знаю, что за пояс копеечный. Но он на мне надет, в принципе. Вес 1 килограмм. Блин. Продам я его. Так. Мне Вальдру нужно, да? Я приветствую тебя как друга. Давайте этих назойливых я завалю. Чуваков. Оставайся сейчас, и, возможно, я пощажу тебя. Тебе конец. Че, опять у меня перегруз получился. Опять они меня траванули, зараз такие. Заразные какие стражники-то, а? Тебе конец. Нет никаких штрафов, ничего. Ниоткуда меня не изгнали, да. Это большая честь. Большая честь для меня. Хотите что-нибудь купить? Так, телепортимся, Валь. Кстати, воров добро в Кальдере нет уже никаких воров, давайте которых нужно убить. Давайте забудем о противоречиях и просто поговорим. Гильдия бойцов, останись в глав гильдии. Хабаси в Балморе. А, и Айнгот ювелира в крысе в котелке. Давайте Айнгот ювелира в крысе в котелке грохнем. Эй, купите зелье? Раз уж я в Кальдере. Где тут у них крыса в котелке? Я не понял.
Фу ты, блин, он же тоже в Альдруне, что я делаю-то? Просто в котелке же в Альдруне, а не в котелке. Эй! Привет, вас очень приятно познакомиться. У меня сейчас новый уровень будет, отлично. Так, мне сейчас нужна кровать. Получить новый уровень. А у меня какой в общей сумме? 61 уровень только. Ну, почему только? Наверное, это... Выстите мне. Не хотите? Не только, а целых 61 уровень. Так, здесь мне дадут поспать, интересно. Так. Привлекательность. Скорость. Силу воли повышаем. Супер. Просто супер. Так, Эдвина. Не знаю, с чего начать. Очередное вторжение, Архимаг. Хочешь получить еще задание? Зачем ты здесь? Мне было бы неуместно давать тебе поручение, Архимаг. То есть все получается. Я повышение. Вы хотите поговорить со мной о повышении? Короче, все получается. Я добился. Я стал Архимагом. В гильдии магов и все. В гильдии магов, получается, я уже выше не поднимусь. Архимаг, да. Добро пожаловать, друг. Сегодня твой день. Задания они больше мне давать не... Она мне больше давать не будет, потому что я сам величайший маг. На побегушках больше не бегаю. Но есть еще два квеста. Встреча с шаманкой и... У меня остались два квеста для гильдии магов, но выше, чем Архимаг, я уже не стану. Так, здесь мне сейчас нужно будет замочить вора. А инготы ювелира. Как дела? Если я что-нибудь могу сделать, я в вашем распоряжении. Так, попробуем его спровоцировать, чтобы он сам напал. Вы выдали одного из наших шпионов. Я ничего не могу дать вам приказов. Так. Попробовать спровоцировать. Оскорбительно. О чем ты говоришь? Я думал, мы друзья. Еще оскорбительно. Может, он сам нападет? Блин, хотел угрожающе, он наоборот ко мне хорошо стал относиться. Сам он, похоже, не нападет. Сам он не нападет, зараз такой. Не сегодня. Так, подождите. Убить его не получилось. Слушайте, ну если я истреблю всех воров, то получается я не смогу дешево откупаться от дешево откупаться в случае нарушения закона, правильно? Правильно. Тогда знаете что? Тогда, наверное, все-таки я воров не буду убивать. Получается, что гильдия... Какая встреча! Гильдия воров полностью перестанет существовать. Мне это не на руку. Я лучше рада твердосердечного тогда грохну. Да, действительно, я лучше рада твердосердечного грохну и все. Погнали, Вивик.
Убивать Рада. Большая честь для меня, говори. Не хотите немного потратить? Я с радостью поговорю с вами. Мне очень приятно. Не знаю, с чего. Ну, Рад. Могу я что-нибудь для тебя? Да, держись. Оставайся столько, сколько хочешь. Мне очень приятно говорить с тобой. Какая встреча. Добро пожаловать. А, ты приносишь удачу. Добро пожаловать. Так никто же не видит, что я его убиваю. Блин, его друзья прибежали. Так, уходим. Попробуем сейчас с помощью воров откупиться. Так, я, естественно, сейчас нахожусь. Штрафов у меня, кстати, нету. Слушайте, но он просил убить. Ваши поступки многообещающие. Рада твердосердечно. Слушай, давайте загрузимся. Может быть, можно в реплике как-то сделать, чтобы он сам меня, на меня напал. То как-то нехорошо. Выбирай, получается. Торгуешься. Тратишь время. Ты унижаешь меня! Так, попробуем оскорбительно с ним поговорить. Оскорбление подействовало. Это все решает. Надо было выбирать соперника послабже. Вот видите, он сам на нас напал. И это то, что мне надо. Вот и все. И ко мне никто претензий не имеет. Что-то не понял. Ну я же не изгнан из гильдии бойцов. Написано мастер. Нет, не изгнан. А, ну значит, я добился самой высшей ступени гильдии. Понятно, я стал мастером. Соответственно, я теперь высший... Высший статус имею в гильдии магов. То есть бойцов я уже все, выше не поднимусь. Это мне очень приятно. То есть все квесты за гильдию бойцов я, считай, выполнил. Сейчас сдам. Что привело тебя сюда? Сдам Перциусу Мерциусу этот квест. Как замечательно. Хотя, кстати, его, наверное, не надо сдавать Перциусу Мерциусу, но я на всякий случай все-таки схожу к нему, чтобы на 100% быть уверен. Не хотите немного потратиться? Ты уладил дело с Жорингой Жестокозерного? Молюсь, чтобы все это поскорее закончилось. Вы спасли гильдию бойцов от Жоринга Жестокосердного и его союзников Камона Тонг. Как я и обещал, я нарекаю вас новым гильдмастером. Поздравляю, мастер Форестеризейшн. Перциус Мерциус поблагодарил меня за убийство с Жоринга Жестокосердного. Он сделал меня мастером гильдии бойцов. Все, то есть гильдии бойцов у меня квестов больше не будет. Ты и так, мастер, вы получили самое высокое Привет. Звание. Приятно познакомиться. Отлично. Хотя у меня есть парочка незакрытых квестов для гильдии бойцов. Так, гильдию квест с убийством воров я выполнять, я уже говорил, не буду. Так, что еще мне можно? Значит, чем заняться дальше? Так, значит, квест с вызовом на дуэль я выполнил, вычеркиваю.
Понятно. Дальше знаете, какой квест, наверное, будем выполнять? Квест для имперского культа. Хонт Юльф предатель, что ли? Так. Кольцо во тьме. Нет, это не то. А, да, Имсин видящая, имперский серебряный посох. Нет, это не то. А, вот, имперский легион, знак Девы. Ворона Нелас шантажирует вечного стража. У нее находится вышитая перчатка, которая была дана этому вечному стражу в качестве знака внимания. Будет скандал, если кто-нибудь узнает, что они были любовниками. Имсин видящая просила меня отнять эту перчатку у вороны Нелас и отнести ей. Ворону Нелас можно найти в Эссуману, к юго-востоку от Альтердайнии. В общем, я вот этот квест я буду выполнять. Правда, привет. Приятно познакомиться. Чёрт знает, где находится все это дело. А находится это на самом севере. Вот опять же, вот в районе Васа и Валенвариона. Вот там он. То есть мне сейчас нужно будет... Ну, наверное, ближе всего до Васа добраться, да? Вас ходят... Нет, вас вообще ничего не ходит. То есть от Хула опять пешком придется шлепать. Ужас, как далеко. Да. Так, от Альдруна, значит, на Силстрайдере сейчас до Хула. Ой, до Гнисиса. Из Гнисиса до... Хулы. Так, путешествие. Ну, в принципе, сразу можно к Хулу. До Хулы добраться. Куда хотите отправиться? Вот, теперь пешком шлепать вот сюда. Вот, это очень, прямо скажем, далеко. Блин, а я ведь... У меня еще и перегруз довольно серьезный. Я должен был это... В Балморе вещи выгрузить. Прежде чем отправляться. Ладно, давайте попробуем по-быстренькому добраться. В принципе, в реальном времени это займет не более... Туда добраться не более 4 минут, я думаю. Так, здесь можно хождением по воде просто пробежать. Альтердайния. Кстати, в Альтердайнию меня кто-нибудь отправлял, интересно? Может быть, сразу и Альтердайнию навестим? Давайте Альтердайнию сразу навестим. Наверное, какая-то деревушка небольшая. По воде как-то медленно ходит. Хотя нет, по идее скорость должна быть такая же. Наверное, мне кажется.
Почему-то он не всегда прыгает на воде. Вот сейчас вот прыгает. Вот сейчас перестал прыгать. Почему-то непонятно. Что они там на меня применили? Хожди не по воде. Это моровый ник с гончая. Хорошо, что вообще давно я не видел, чтобы я мором заражался. Вообще мором не заражаюсь. Я в Альтредайне. Я не знаю, Альтредайне это не деревня, что ли? Это, наверное, просто такое название региона, что ли? Получается, это название региона. Это вовсе не какая-то там населенный пункт. Хотя, смотрите, скелет лучник. Здесь что-то интересное, давайте заглянем. Альтредайне, башня. Что тут за башня, интересно? Нежити. Чудо не произошло. С хлебом с солью меня здесь не будет. Лет боевой маг. Так, что, у меня стрелы закончились? Вампирское кольцо. Цена 32 тысячи. Охренеть, как дорого стоит. Заберу. Серебряный посох войны. Великий камень душ.
Горькая чаша 100 тысяч стоит. Охренеть. Вы хотите выпить из горькой чаши или взять ее? Глоток из чаши повесит вашу лучшую характеристику и понизит худшую. Если вы выпьете из чаши, она будет потеряна навсегда. Взять, либо выпить, либо взять. И давайте я возьму. Какой-то квестовый предмет. Давайте я сразу запишу. Может и не квестовый, хрен знает, мне кажется квестовый. Так, горькая чаша. Все квестовые предметы, которые я нахожу. Теоретически потенциальные квестовые. Я записываю, чтобы знать, что я собрал. Горькая чаша у меня. По-любому с этим какой-то квест связан. Даже не сомневаюсь. Просто, когда мне понадобится чаша, я просто схожу в свой... свой особняк в Балморе и все, и возьму ее. Сюда уже тащиться не нужно будет. Так, здесь ловушка опять. Мертвое тело. Серебряный огненный вертел. Ну-ка, там труп лежит в воде. Сундук запертый. $1250. Танец в огне, часть 4. Скорее всего, читал. Северный щит, кости троллик. Скелет даже в воду спрыгнул. Так, что-то здесь интересное. Тело. Да нет, вроде ничего интересного. Костяной длинный лук, 1.30 урона. Это, кстати, лучше, чем мой лук. По идее. Да хотя, что лучше, у меня-то... Нет, не лучше, короче. Так, ну все. Башню обследовал. Вспомнить бы, как отсюда. Вот так. В общем, идем в ту пещеру, ради чего мы изначально сюда пришли. За перчатками. Пещера это должна быть точно на западе от той пещеры, которую мы в прошлой миссии, по-моему, да, обследовали, в прошлом часе.
Почему все время темно? Хочется уже днем походить. Давайте. Все равно темно. Тут светло бывает когда-нибудь вообще? Наконец-то. Вот гробница Андавеллов. Вот, она должна быть четко на западе от Саргона. Так, к юго-востоку. А мне нужно Асу. Мне нужно. Ассуману, пещеру Ассуману найти. Она где-то здесь должна быть. Эту гробницу я уже изучал, скорее всего, да. Тут я был. Навык меткость вырос до 94. Нет, нужно куда-то на. На юго-запад двигаться. Так, вот она, кажется, эта пещера. Пещера, да, Суман. Перчатку, как я понимаю, можно взять. Можно взять, просто уговорив ее. Но продолжим в следующей части. Всем пока.